Доходная часть бюджета Ненецкого округа подросла на 2 миллиарда 200 миллионов рублей. В региональную казну поступили дополнительные средства от Корягинского СРП и безвозмездные поступления, в том числе из федерального бюджета. Вместе с доходной частью изменилась и расходная. Направление, по которым распределены средства, утвердили сегодня на сессии собрания депутатов Ненецкого округа. Основная доля расходов от всех поступивших средств придется на департамент строительства, транспорта, ЖКХ и энергетики. В первую очередь деньги будут направлены на развитие инфраструктуры региона, строительство, реконструкцию, содержание дорог. В том числе на развитие, дальнейшее развитие нашей инфраструктуры, это на строительство дорог, реконструкцию дорог, поддержание дорог, в том числе на строительство третьего участка дороги Нарима-Русинск. Это порядка, с учетом федеральных наших кружных средств, порядка 1 миллиарда рублей. Дополнительные средства 690 миллионов рублей выделены на строительство жилья. Расходы, запланированные на строительство, в том числе реализацию программы переселения из ветхих и аварийных домов. 601 миллион добавляется на предоставление субсидий юридическим лицам до 100% обеспеченности по субсидиям на коммунальные услуги, пассажирские перевозки, воздушным и водным транспортом. Также были учтены поправки депутатского корпуса на предоставление бюджетных ассигнований в сумме 15 миллионов на строительство моста через реку Кутина в селе Несть. 134 миллиона рублей направлены на окружное образование, ремонты школ и детских садов, а также доплаты учителям и воспитателям. Из них 74 миллиона на капиталь и текущий ремонт учреждений образования, это школы и детские сады. С учетом того, что у нас приближаются летние каникулы, и необходимо подготовить наши школы и детские сады к новому учебному году. На увеличение оплаты труда работникам образовательных учреждений из бюджета региона направлено 19 миллионов рублей. 25 миллионов рублей выделено на доплаты за классное руководство и работу воспитателей в группах. А новому детскому саду по улице Авиаторов решено выделить 6 миллионов рублей на совершенствование материально-технической базы, приобретение игрушек, пособий, расходных материалов. 32 миллиона рублей выделено департаменту сельского хозяйства. В эту сумму войдут расходы на установление границ подтопления, возмещение затрат на доставку продуктов в села. 1 миллион на выплату СПК Путилича за увеличение маточного поголовья северных оленей. Учтены поправки депутатского корпуса в сумме 18,7 миллиона рублей на капитальный ремонт молочно-товарной фермы в деревне Нижняя Пюша. Изменения в закон об окружном бюджете на 2018 год приняты депутатами окружного собрания единогласно. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».